Урожай 2016 года особенно богат яблоками. Их на День двора принесли и для вкуса, и для дела. Гостей праздника ждал мастер-класс по карвингу, вырезанию красивых фигур из фруктов и овощей. Славяне всегда устраивали осенью торжества. Они проходили в разные дни под разными названиями. Осенины, праздник рожениц, пасеков день, Рождество Богородицы, осенние спожники, малое пречистое, огородничный день, способ день, матушка осенина, богач, поднесение в день и так далее. Дорогие друзья, мы с вами сегодня поговорим, наверное, о самых важных овощах и фруктах, которые мы употребляем на протяжении всего года, не только осенью и зимой. Ну а сейчас я хочу пригласить сюда наших уважаемых аниматоров. Настоящая золотая осень прекрасна в любую погоду. Отсутствие солнышка компенсировали яркие краски листвы, а аниматоры настолько развеселили детей, что было даже жарко. Согреться можно было и с помощью обнимашек. В Раменском районе культурные четверги – традиция. Отвечают за их организацию разные комитеты по очереди. В сентябре эстафету Комитета по делам молодежи принял Комитет по культуре и туризму. Всего на сентябрь запланировано 4 мероприятия. Уже прошли мероприятия, которые запомнились раменчанам. Конкурс осенних букетов на площади молодежи, праздник «Расти коса до пояса» с мастер-классом по красивым прическам на улице Молодежная. Праздник на Десантной назвали «Высадули в огороде», а завершатся культурные четверги 29 сентября развлекательной программой на улице приборостроителей. Михаил Лебедев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».